Команды сил специального назначения из полиции, Росгвардии и службы исполнения наказаний встретились сегодня на одной площадке. Это соревнование, товарищеский турнир, в котором им нужно выложиться по полной. Люди, выполняя сейчас спортивные состязания, оказывают честь памяти сотрудникам, выполнившим свой долг. Постараемся в сегодняшний день показать максимальные результаты, чтобы определить наши возможности, организовать между собой взаимодействие во время выполнения задач, потому что все мы вышли из одной структуры под названием «Силы специального назначения». Спуск по зданию оказания медицинской помощи – это первый этап для представителей различных ведомств. После им предстояло пробежать марш-бросок по пересеченной местности с элементами ориентирования по карте. И сразу же после начался этап боевой. Тактическая стрельба отличается от обычных упражнений. Здесь у бойцов несколько мишеней, которые нужно поразить с ограниченной платформы. Оценивается точность и время прохождения этапа. Тактическая стрельба считается одновременно и самым сложным, и самым зрелищным этапом соревнований. А когда уровень подготовки у бойцов наивысший, то этап становится по-настоящему насыщенным. Финальным этапом стала огневая подготовка под названием эстафета. По завершению товарищеского турнира сил специального назначения награду получили лучшие специалисты. Первое место занял спецназ «Росич» Федеральной службы исполнения наказаний. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».